Всем привет, дорогие подписчики, и это продолжение рубрики «Донат моим зрителям». И сейчас это, ну, это на самом деле мой проект, но в любом случае это мой подписчик, который создал этот проект и сам его развивал. Я ему выбил почти всех бойцов, кроме Спайка, и сейчас я хочу попробовать его выбить. Мы уже записывали одну серию, вторая, это уже, по-моему, третья, может, не третья, я не знаю, я особо не слежу за этим, не подвожу отчет, но тем не менее... Я сегодня ему куплю почти все, что тут в магазине есть, именно по сундучкам, задоначу и попробую выбить ему этого Спайка. Друзья, если вы тоже хотите когда-нибудь поучаствовать в моих роликах, я провожу для вас конкурсы с розыгрышем легендарок. И не только. Просто подпишитесь на мой инстаграм, ссылка в описании, и на мой этот канал. Ну еще можете на влоговый подписаться. Вот, я очень часто, если какая-то акция, еще что-то могу интересно разыграть, всегда разыгрываю в инстаграме на YouTube канале. И вы можете тоже попасть в ролик, если хотите. Поэтому, во-первых, поддержите рубрику лайком, если нравится. И подпишитесь на канал и на инстаграм. Все, ребят, рекламная пауза, а я сейчас начну ему вдоначивать. Ну, для начала откроем 9 сундуков. А вдруг с этих 9 выпадет лего, а? Ну что, готовы? Поехали. 9 сундуков. Нам надо всего лишь один спайк. Все, больше ничего не надо. Потому что больше ничего нет. Блин, и да, кстати, по новому проекту 0 кубков. Это все тот же аккаунт, где нету ни одного режима, кроме захвата кристаллов. Нету ни одного кубка ни на одном персонаже. Но зато уже есть все леги. Все леги, за исключением спайка. Ну и вообще все персонажи. Ага, короче, мимо. Значит, что мы делаем в первую очередь? В первую очередь задонатим вот эту акцию. Да. Так. Вырубаем экран. Тут 3 мегабокса. Ай. Так, захват. Окей, и поехали. Так, кристаллы. Монеты. 5 предметов. Этот сундук пустой. Следующий. 5 предметов. И этот сундук пустой. Следующий. 5 предметов. И этот сундук пустой. Хорошо. У нас 140 гемов. Мы еще откроем подарочный. О, кстати, подарочный. Блин. Ай, ладно. Давайте подарочный откроем. О, я думал, что с подарочного выпадет. Серьезно. Мимо. Так, у нас получается 90 боксов. Ой, 90 гемов. И мы попробуем открыть большие ящики. Возможно, с них выпадет именно спайк. Потому что, ну, я верю в это. В что я верю? А, ну, в это. Это что? Ну, то, что выпадет спайк. В это нельзя верить. Это невозможно. Короче, делаем донат. Донатик улетает. Так, хорошо. Тихо, не кричи. Оп. Подрубайся. Все. Ну что, пацаны. 950 монет. Зелененьких. Улетает на донат. Я не знаю, мега ящики открывать или большие ящики. Я все до сих пор не нашел ответа. Где больше шанс на выпадение? В мега ящике или в большом ящике? На выпадение леги? Или все-таки одинаковый шанс? Поехали. Не, ну больше, в большом ящике больше шанс не может быть. А вот одинаковый с мега ящиком может быть. Так, ну я буду открывать, наверное, большие ящики. Потому что гемов задонатил немного. Вот. Поэтому... Блин, друзья мои, на канал, может, вы все уже подписаны, однозначно. Но сделайте, пожалуйста, для меня маленькую просьбу, выполните. Подпишитесь на мой влоговый канал и на инстаграм, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы вы, ну, кому это интересно, если, конечно же, вы хотите. Если вам не интересно, то тогда не буду никого заставлять, никого отвлекать. Хотя быстро подписался на инстаграме, на лайв канал. Ты чё? Это обязательно надо, чтобы выиграть легу. Какую легу, вы спросите? Ну, кстати, сейчас идет розыгрыш. А, стоп, я уже разыграл аккаунт, лол. Блин, я разыграл аккаунт, но не выдал его, я только сейчас вспомнил, капец. Надо хоть директ прочитать. Я 2 дня не читал директ, реально. Я забыл, что я чела выбрал. Вот 2 дня назад мы выбрали победителя, но я забыл. Я забыл, он сразу не ответил мне. Потому что у него личка закрыта. Знаете, вот эти аккаунты закрытые в инстаграме, что ты не можешь им... Или можешь. Там, короче, закрытый профиль, надо на них подписаться. И только когда они принимают заявку, только тогда, по-моему, у них страничка открывается. Вот, ну неважно. Тем временем у нас осталось 600 гемов, братва. Братва! Помогайте, пожалуйста. Блин.
Давайте один мегаящик. Один мегаящик. 5 предметов. А давайте посмотрим, можем мы что-то ему прокачать? Так, чтобы пассивочку выбить. Сэнди, Сэнди, так, 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 так. Нет, тут не хватит, по-моему. Тут тоже. Угу, и тут нет. Давайте Сэнди. Это все-таки Лего. И кого-то еще, давайте Пэм. Ой, Фрэнка. О. Вообще, давайте... Не, все, никого больше не буду прокачивать. Хотел сказать, давайте всех прокачаем. Все, едем дальше. 2 предмета. А, ничего не поменялось. Дальше. Так. Блин, 400 геймов, как мало осталось-то. А ну, какой шанс на Легу? Ну, шанс на Легу, конечно, не очень большой. Вы помните, сколько мне пришлось задонатить денег, чтобы выбить челу, у которого шанс на Легу 0,4? Это просто трэш. Трэш и хаос. Так, есть. Дальше едем. Может, еще один ящик? Мега. Мега ящик, еще один. Мне страшно, конечно. Ну, давайте попробуем. Или нет, давайте прокачаем шанс с больших ящиков. А потом откроем мегаящик. Блин, не знаю, мне тоже такое чувство, что с мегаящика шанс больше. Но гемов сжирается мгновенно просто. Фух. Готовы? Пожалуйста, 6 предметов. Бам! Да ну нах! Да ну нах, друзья! Последняя легендарка! Бам нахер! Бан какой-то! Ёпаламоть! Я так и знал. Я так и знал. Сука, ты... Блядь, это не Лего, это не Лего, блядь. Блядь, серьезно, на Мортиса была пассивка. Твою мать, сука, это не Лего, это не Лего, это не Лего, это не она, блядь, 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 блядь. Да, это все, это бессмысла дальше открывать. Ребят, давайте так, если этот ролик набирает больше 50 тысяч лайков, еще одну серию запишем. Больше 50, ребят. Очень важно. Так, осталось у нас 130 гемов. Кобздец. Все, последние 3 сундука. Просто подписка на инстаграм, на лайв канал и давайте. И вдруг произойдет чудо. Поехали. Первый сундук. Пустой. А нас больше ничего нету тут интересного. Блин, больше ничего нету. Какой шанс у нас? Угу, я понял. Второй сундук. И получается у нас последний, да? А сколько надо докинуть, чтобы... О, я знаю, мы еще докинем. Я просто... Ну, тут реально хороший... Нормально. Я верю в то, что мы выбьем. Так, хорошо. Да тише. Че так громко? 130 гемов, поехали, друзья, еще 4 сундука. 4 сундука, давай, пожалуйста. Или, может, последний мега-ящик откроем? А, нам не хватает 3 гема, ну все, не судьба. Получается, 2 больших. Ай, блин. Все, ребят. Блин, мы выбили за $50 ему всего лишь одну пассивочку. Одну пассивку. Короче, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы думаете по данному поводу. Как так-то? Как так-то, блин? Ну и, естественно, поддержите выпуск, если вы хотели бы эту рубрику, чтобы я продолжал. Потому что, ну, я очень часто делаю донатики и разные открытия на аккаунтах ваших, моих,
ваших аккаунтах моих подписчиков. Спасибо за просмотр, всего удачи, не болейте и чаще улыбайтесь. Везения вам и добра. До новых встреч. Пока!